Привет-привет. Я не надумал, во что я буду во второй играть, какое прохождение там снимать или еще что. В общем, я решил 7 Days to Die поиграть, как мне здесь многие советовали, в таком режиме, когда там зомби бегают, там они все такие злые, и уменьшенный день. Не знаю, что у меня получится. В общем, это будет такой бомж в мире 7 Days to Die. Новую игру сейчас создадим. Так и назовем, наверное. Бомж. И задать надо Dayland, да? 12 сделаем. Always run. Пускай всегда бегают. 120. А, 24. Стоп, это что такое? How many horses the sunshine? Окей. 4, 12, 18. Пускай все-таки. Непривычно же, да? 10 минут. Но это как-то вообще, да? 120 минут и 10 минут, это будет вообще ужас просто. Так. Пускай будет 40. Потом лут респаун отключу. Да, вот так вот отключим. То есть на месте сидеть не придется. Придется бегать. Ну и серии я буду записывать короткие. Я не думаю, что я сейчас буду там какие-то стройки строить огромные. Еще что-то. Так, это backpack only, 30 секунд. Enemy spawn. Вот это спаунинг я не буду делать высокий, потому что лагает пипец. Medium сделаем, да? Airdrop. Отключим. Все равно он беспонтовый. Читмод он. Да, это в принципе без разницы. Это можно отключить, но это можно же и включить как бы. Ну все. Стартуем. Итак, да здравствует новый мир, да? Окей. Мы попали в обычный биом лесной. Сейчас травы нарву и сделаю. Ну, как обычно, все там топорик и так далее, да? Камушек, а вон камушки у нас еще впереди. Блин, Мишка. Опасно. Так, ну-ка. Свалим, пока он нас не заметил. Так, топорик. А что, я один только могу? А, дерева у меня нету, да? Кстати, дерево и нужно как раз нарубить. Так. Понадобится ткань. Я думаю, здесь будут бинты на вес золота. И нужно дубинку сделать. Для начала. И лук нужно же еще. Ёлки-палки, сколько всего надо? Так, мы, получается, плюс 3 метра над уровнем моря, то есть это как раз равнина, по идее, должна быть, вернее, не равнина, получается. У нас там низина рядом. Зомбики, если бегают, значит, мне будет как бы крышка, если на меня побегут сразу несколько зомби. То есть здесь нужно быть тоже осторожным в этом плане. День короче в 2 раза. А вот с убежищем я не знаю, что делать. С убежищем. Как нам убежище обустроить? И где обустроить? И вообще, вот здесь получается, постоянное убежище не сделаешь. Нужно с места на место перемещаться. То есть, каким-то образом вот так вот придется. Так, ну я что-нибудь прокачаю. Кстати, камень я, наверное, пока не это. Пока топорик не развалился окончательно. Так, сделаем еще топоров. Что-то медведь как-то не уходит никуда. Засранец, все ближе и ближе. Я вот около той березки был.
И вон там. Кстати, перья нужны, да, еще? Получается, чтобы для лука нужны перья, чтобы сделать стрелы. Ну, вообще интересно, на что это будет похоже. Кстати, да, здесь за стаминой придется следить, я так подозреваю, мама, не горюй. Потому что стамина — это жизнь, по идее. Смогу убежать, останусь жив. Кстати, да, насчет жизни. Здесь же нужно сейчас еще скрафтить будет этот, как он называется-то, спальник. У меня там трава есть? Есть. Сейчас скрафчу спальник тоже. Если найду какой-нибудь населенный пункт, получается, я рядом с этим населенным пунктом и брошу спальник. Так, спальник скрафтим. Так, это я не собираюсь пока ничего сажать. Одна тряпочка у меня получится, да? Так, лук я смогу сейчас сделать? Нет. Что на лук нужно? В принципе, все, что есть, то и нужно. Так, водичку сюда уберем. А лук сюда. Но у меня нету перьев. Так, это вот хорошо, то, что здесь есть хлопок. Хлопок — это бинты, бинты — это жизнь, по идее. Ну, подбирай, подбирай. Изменили как-то высоту, вот получается, вроде как по-старому наводишь, а ничего не получается подобрать. Что у нас там впереди? Так, деревяшечки. Порубим еще. Блин, твою маму, какой я слепой. Здесь еще один медведь. Откуда здесь столько, а? Что-то прям вообще. Целые кучи. Так, а я не сделал дубинку, да? О, перья. Отлично. Сделаю стрелы. Так, 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 так. О, вот здесь, кстати, железо дофига, да? Сейчас еще и железо набьем. В принципе, потом еще и броню можно сделать. Зарядим на всякий случай. Кстати. Оружие, оружие, оружие. О, я могу вот такую штуку сделать. Отлично. Железное всяко лучше, чем деревянное. Добавилось? Окей. 26 уровень сразу. А почему 26? Я же, это же вроде как не инструмент, это же оружие. Так. 48 железа, камня мало. Так мало вообще, так долго все это добывается с этим каменным топором, блин. Кстати, надо еще один сделать. А где он? Так, раз, крафт. Но обычно, когда ты заходишь в мир, у тебя как бы зомби сразу нету. Они как-то потом появляются. И я так чувствую, они скоро появятся где-то на горизонте. В чем есть температуры? 76. Ну, в принципе, высокая, нормальная температура. Окружающей среды, да? Или это моя? Окружающая среда 70. Так. Еще бы перьев найти, было бы вообще замечательно. Побольше. То есть план какой сейчас? Нужно куда-нибудь поближе к населенному пункту и там подстреливать, пострелять зомбей.
И в общем, немножко полутать. На месте сидеть не получится, потому что лут не будет респауниться. Аирдропа тоже не будет. Так, наделаю ткани, чтобы бинты сделать. Так, сколько я смогу сделать? Ну-ка. Ну, отлично. Так, побежали. Кстати, насчет скиллов. Тут на бег же есть какой-то скилл вроде, да? Скавенджинг, нет, не то. Миссолес, нет. Так. Это L, Клосинг, что-то. Хилс, наверное, да? Run, Forest, Run. Что требуется? Стамина, да-ла-ла. 10, а у меня ни одного нету, да? Очка. Так, план Фибер Пленс. Штаны нужно же сделать, точно. Всякую ерунду сделать. И мне за это, я так понимаю, худ есть. Крафт, Пленс, крафт. Гловы, шуз. Крафт. Что еще? Ширт. Где у нас майка? Вот она. Крафт. Ну, вроде все должно быть, да? Вир. Мне жарко не станет, интересно. Так. Последнее что-то осталось, да? Майка. Ну, смотри, я до сих пор не видел зомби. А вон и зомби. Да, они как-то вот сразу бамцы появились, да? Не было на горизонте ни одного. Я надеюсь, они не будут такие тихие. Они хоть как-нибудь, я их буду слышать, что они прибегают ко мне. Так, Wooden Club. Сейчас посмотрим, где она. Где-то здесь должна быть. Сейчас посмотрим, как они бегают. Заметила, нет? О, заметила, побежала. Блин, 10 хп сняла. Ну, опасно, да. Что-то их надо приходит, придется обходить. Пошла одну, так встретишь, вторую. Они какие-то резкие. Гнездо. Так. Как-то беспорядочно я иду. Ну, собственно говоря, я еще дороги даже не нашел. Никакой. Время уже, получается, третий час дня. На ночь не знаю. Я, кстати, это, как первый раз-то играть начал, я это вспоминаю каждый раз. Смешно становится. Мне сказали, что типа, мол, закопаться там, вернее, не сказали, я прочитал где-то, закопаешься, типа, мол, там это, немножко, типа, мол, это, и тебе будет клево, там тебя не найдут. Ну, и я это, выкопал себе землянку небольшую, земляную, она ввалилась, естественно, потом через какое-то время. Я сидел, короче, в яме, это, обставил ее кулями там. Первый раз, получается, когда спаун был, 7 числа, я еще даже не знал об этой фигне, что они каждый раз на 7-й день, они там приходят, зомбаки. Как-то не предполагал этого. Так, еще один этот, как раз ровно получится. Вот какую-то дорожку я нашел. Ой, не туда, не то я выделил-то, господи, вот. Они пришли, но я каким-то макаром выжил. Так. Большая часть поубивалась об колья. А вот вторая на 14-й день пришли с полицейскими, со всей фигней, короче. Я как прифигел, когда мне в яму, где я сидел, короче, на корточках, начали падать там. То сначала собаки упали. Одна, вторая, там как-то с ними я разобрался более-менее. Смог убить. А потом полицейский свалился. Ну, они-то через колья там, что им, пройдут? О, убил.
Ух ты! Сразу на винтовку мне рецепт дал. Интересно. Девки пляшут. Так, ну вот у нас вода есть рядом, да? Слушай, ну вот в чем, да, неожиданность. Они, ты их не видишь, а он тебя видит. Вот еще одна. Ох ты же, мамочки. Эй, что такое? Почему он на мне? Не понял я. Так, один готов. Блин, тормозит. Ты падла какая, а? Живучая. Слушай, очухалась быстро. Меня сейчас так грохнут. Фига себе. Так, что у нас там? Бинты надо сделать. Ёлки-палки, я же не сделал бинтов. Не умирай, не умирай, не умирай. Твою мать, а? Офигеть просто. 4 хп осталось. И я почти умер. Это типа стоит такая. Ну-ка посмотри на меня еще раз. О, красотка. Так, ну я понимаю, всех я убил. Слушай, а что мне делать? Так, так, так. Еду я смогу поправить здоровье? Хилинг пишет, говорит, хилинг, но фиг его знает, да, ничего не хилится. А бинтом? Короче, это бинт только останавливает кровотечение. И значит, я сейчас сдохну. В следующей же подаче я умру. Что в этом случае делать, предписывает руководство по выживанию. Непонятно, да? Так, ну вроде здесь как никого нет больше. Они-то вроде как друг друга предупреждают о том, что увидели кого-то. Соответственно, все несутся. Ну, в принципе, вот здесь вот можно на ночь остаться. Если вот еще Олежку подстрелить. Ну-ка, снизу, если вот так вот. Блин, промазал. Че он там стоит, рогами светит? Не пойму, я там попадаю по нему или нет. А, он в воду пошел. Короче, фигня полная. 6-й час. Ерунда. Так. Это надо сюда положить. Съедим. Ну и железо на всякий случай сюда положу. Мало ли. Грохнут. И я уже точно лишусь того, что нашел. А, толку-то выкидывать все равно. Лут не будет обновляться. Правильно, правильно. Так. О, инфекцию я сейчас уберу. Ничего. Здесь можно ткани, получается, надыбать. Чувачок лежит. Ну и мне надо как-то это подхилиться. Иначе просто я
встречу зомбаков еще и все, я сдохну. Так, я сейчас накрафчу тогда вот фреймов. Сделаю. Не знаю, нужен мне такой фонарик, не нужен. Сделаю себе небольшую башенку из фреймов. Хреново как-то добывает. Вот ткань хорошо бы всю собрать. Чтобы не оставлять ее здесь. Тринадцать хп осталось. Блин. Разрушилось. Тум-тум-тум. Вот эту вот деревяшечку надо раздолбить тоже. Сделаю себе мини-башенку, залезу. И там пережду ночь, короче. Потому что ночью я не хочу ее бегать, ни черта не видно. Тем более без оружия, без скиллов, без ничего. И уже практически мертвый. 14 хп осталось, блин. Эй. Так. Как бы нам сделать? Угу. Хочу добить все-таки дерево. Там долго что-то слишком. Двадцать часов. Солнце садится, уходит, видно так вот. Прям движется, движется, видно как движется. Сто семьдесят шесть камня. Ну, блин, я чувствую, здесь развитие будет вообще медленное. Так. Вот так вот сделаем. А, вот у меня есть бинтик, который мне поможет. Он, по идее, хилять же должен, да? Так. Стоп. И еще разок. Ну все. На ночь я спокоен. Сейчас поставлю крафтить штучки, дрючки. Вот фреймы. Пускай крафтит. Ну ладно, первый день мы, получается, выжили. 20:43, 21:09 часов уже вечера. Как расцветет, пойдем дальше. Завтра уже пойдем, получается. Оставляйте комментарии, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.